Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот добрались мы до финального видео, когда я буду высаживать прям томаты в грунт. До этого я рассказывала, как я готовлю землю, снимала видео. Потом рассказывала, на каком расстоянии делала лунки. Потом показывала, что я кладу в лунки. И теперь наступила пора показать и рассказать так же подробно, как все я до этого рассказывала, как я произвожу посев томатов. Я вот специально помыла даже корни двух томатов, чтобы все-все вам объяснить и рассказать. На прошлой неделе я снимала видео, которое называется «Как должна выглядеть рассада томатов в идеале перед высадкой в грунт». Вот это вот яркий представитель стандартной рассады. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У этой рассады 10 листьев. У нее уже вот он, зачаток бутона, но еще не цветет. Вот этот период самый идеальный у этого растения, чтобы высадить его в грунт, чтобы потом не осыпались цветочки. Он как раз приживется несколько дней, ну 3 дня от силы 4. И уже после этого он расцветет на постоянном месте, и первую кисть мы не потеряем, что очень часто происходит при высадке рассады с цветами. Количество листьев, еще раз повторюсь, зависит от сорта, бывает и после 6-5, но вот это такой сорт, вот это госпожа удача. Теперь поговорим про корни, не зря же я их мыла. Я заглубляю рассаду, вы видите, вот у нее мочки корней, вот эти мочалочки очень хорошо развиты, корневая система сильная. Несмотря на то, что сеяна она рано, и как бы вроде говорят, рано не сейте, рассада портится, израстает, но я вам потом расскажу, как можно получить хорошую рассаду, посеянную и в ранние сроки. И вот про заглубление, видите, она уже взрослая, и она как бы просит уже себя заглубить. И вот очень-очень много вот этих воздушных корней, прям, ну, сантиметров 10, наверное. Вот на всю эту длину, где существуют вот эти корни, которые хотят образовать новую корневую систему дополнительную, я и буду заглублять. Рассказываю это подробно, потому что некоторые выращивают, вот посадят вот на таком расстоянии, а сейчас наступает жара, и вот те корни, которые могли бы нам помочь и создать новую корневую систему, они на солнце обгорают, и как бы вам сказать, ну, как, исчезают, что ли, или, ну, портятся, короче. Сейчас, вот пока они в таком состоянии, пока они беленькие, хорошенькие, хотят расти, я их заглублю. При высадке в грунт даже можно удалить нижние два листика, потому что мы их все равно потом будем удалять. Зачем я удаляю? Потому что, смотрите, вот эти воздушные корни, они идут даже туда, где листья. Вот видите, можно ее даже еще посильнее заглубить, чтобы корневая система очень была большая, такая сильная. Ну и второй причиной я могу назвать то, что я не люблю, когда вот эти цветочные кисти очень-очень высоко, тогда весь томат, он в высоту получается выше. Мне нравится больше, когда томат я заглубляю сильно, и первые кисти не сильно высоко от земли, удобнее с ними работать, не надо ходить задрав голову. Вот это рассада. Про рассаду, я надеюсь, все вам ясно. Выбираем здоровую, сильную рассаду, у которой уже сформировались вот эти вот цветочные кисти, видите, бутончики, у которой сильная такая вот мочалочка корневой системы, у которой очень такие развиты вот эти вот воздушные дополнительные корни, потому что у меня рассады много высаживать, но в первую очередь я выбираю те, у которых уже цветочные кисти, у которых много вот этих воздушных корней, это значит, что они сами просятся высадиться в первую очередь. Теперь про лунки и про грунт. Лунки я сделала на расстоянии 40 сантиметров, уже говорила.
буду садить уплотненным методом по два корня в одну лунку. Вот 40 сантиметров шаг. И сейчас все этапы расскажу. Сначала копаю очень глубокую лунку. Объясняла для чего, чтобы туда насыпать перегноя. Потом туда наполовину высоты насыпаю перегноя, добавляю золы и сильно-сильно поливаю водой, чтобы корни попали во влажный грунт. Вот когда вот эта вода уйдет, я просто делаю черенком от лопаты, если вот открытая корневая система у меня, черенком от лопаты углубление, какое мне нужно, и осторожно размещаю туда растения. Все. Сверху я чуть-чуть присыпаю грунтом, немного. И потом финальный слой я снова сверху мульчирую перегноем. Потому что перегной, он не образует корочки, он не трескается, он воздухопроницаемый. Я люблю с ним работать. Перегной у меня каждый год в огороде, я без перегноя вообще не могу. И вот этот самый перегной, нижний слой, я закрываю. Я со штатива не могла снимать, потому что тут нужно показывать и в лунке, и тут снимаю одной рукой. И когда я высажу несколько растений, я вам покажу, как лунки у меня в готовом виде будут. Сейчас я, надеюсь, все понятно рассказала, потому что все этапы я специально не стала луночки засыпать, видно. Сначала лунка пустая, длинная, глубокая, потом наполовину заполненная перегноем, потом залитая водой, потом будет она с помидоркой. Надо было с помидоркой еще сделать. Ладно. Потом я заглублю помидорку. Я, надеюсь, очень подробно рассказала, докуда. Вот пока есть воздушные корни до сих пор. Потом чуть-чуть присыплю этим грунтом, который я раскидала вокруг. И сверху слой перегноя. Все. Поливаю во время посадки раствором фитоспорина. Делаю, как обычно, 1 столовую ложку на ведро воды рабочий раствор. Все. Полив фитоспорином сразу с начала высадки может нас предохранить от появления фитофторы. Вот это был обзор того, как я буду сейчас высаживать. Я сейчас высажу, сколько мне нужно, сколько я запланировала сегодня. И в конце уже покажу финальное видео, потому что вы понимаете сами, мне в одни руки я всю теплицу сразу не засажу. Я лунок наделала много, но посадить, может быть, все не успею. Сколько посажу, столько покажу. Мне главное объяснить вам и показать принцип посадки, высадки. Как я заглубляю, убираю или нет я лишние нижние листики, или что. Как поливаю, как присыпаю. Потому что многие начинающие вообще не имеют понятия поливать до или после. Заглублять мало или много. Надеюсь, вот это мое видео немножко вам прояснит ситуацию при высадке томатов. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это краткий обзор, как я высаживаю томаты в теплицу.